Всем привет, с вами Компон. Сегодня я установлю Windows 10 и покажу, как создать жесткий диск виртуальный, как создать носитель и так далее. Ладно, если что, я пользуюсь виртуальной машиной VirtualBox, поэтому нажимаем создать. Конечно, у меня есть Windows 11, но я хочу просто вам показать этот гайд. Так, Windows 10, дальше пишем. Ну, то есть, выбираем ISO. Вот где находится наш Windows. Что за... Все. Теперь нажимаем далее. Выбираем 16 гигабайт. Вот так вот. Дальше выбираем нормальный такой диск. И все, у нас создано. Теперь включаем ее. И будем начинать начало установки. Если что, ребята, сразу предупреждаю, когда у вас вот установилась винда... Таймлапс, поехали! Все. Так, вот незанятое на диске пространство. Нажимаем далее. Дальше вот копирование файлов. У меня будет копироваться за 5-10 секунд. Вот, да. Теперь, ребята, я включу запись, как только здесь будет 100%. И здесь будет установка компонентов, установка обновлений и завершение. Поэтому... Поэтому я останавливаю запись. Так, ребята, все, у нас произошла перезагрузка. Ничего не нажимаем. А то у вас взорвется ФК. Ладно, шучу. Ничего, никакой Enter не нажимаем. Вот. У нас идет нормальная загрузка. Вот. И у нас переключилось на нормальную винду. Вот. И у нас нажимаем. Вот идет подготовка у нас. Если вы хотите, чтобы я показал установку Windows 11, то вы на этом видео должны собрать 20 лайков и 10 и 2000 подписчиков, 2000 просмотров. Потому что для меня это очень важно. Ну, если вы хотите Windows 11, потому что скачивать довольно чуть-чуть потруднее и дольше. Поэтому вот так вот. Так, пока что у нас Windows скачивается. А дальше, когда у нас установится Windows, я покажу, как сделать, чтобы у вас был на весь экран. Вот и наш Windows. Вот, оно с нами приветствуется. Привет. Выполняется подготовка для вас. И сейчас будет... Не выключайте компьютер. Это может занять несколько секунд. Таймлапс! Я вот так вот отключу, чтобы... Все. Так, ребята, Windows у меня установился. Но это, ребята, не все. У вас очень маленький, конечно, экран. Я, конечно, закрою его. У вас очень маленький экран дисплея. Сейчас покажу, как сделать нормальный дисплей. Давайте вот нажимаем машина. Вот, то есть устройство. Подключите образ дополнительный гостевой АС. Вот это нормально. То у меня подлагивает. Наконец-то. Стоп. Куда оно у меня улетело? Это что у нас? Вот сейчас Windows 11 новый. Или это у нас Windows 10 новая? Подождите, а где поиск? Так, подождите, я что-то совсем ничего не понимаю. Давайте я его выключу, этот Яндекс. Давайте откроем вот, и вот вишем дисковод. Виртуальный экран. Все, теперь у нас мы можем управлять расширением. Допустим, запросить на большой экран.
Нет, не сейчас. Все, у нас, допустим, большой. Ну, масштаб, думаю, вот такой. И поставить вот так. Убираем. Все, ребята. Как нас... Выключайся, Яндекс. Все. Вырубаю вот завершение работы. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ожидайте следующего выпуска, как только наберете примерное количество лайков. Это 20 лайков и 2000 просмотров. Всем удачи, всем пока.